Слышите, друзья, как колокола стучат. У нас на краю деревни есть храмик, храм, церковь есть. Колокола стучат. Красота. Выхожу утром. Слышу такие звуки. А вы в городе такого не будете слышать. Ладно. Сегодня ролик не про это. Пойду сено давать быкам и коровам. Это за мной Елена Степановна подсматривает. Ух, я тебе. Ты сено будешь давать или будешь с камерой ходить? Конечно же буду. Давай, сено. Вот тут с краю стогов. Что? Ну вот я тут перемешку даю. Старые, новые. Что? Ох, нельзя. Привяжем сегодня будут. Здесь нормальные эти. Вот это что мы подбирали. Кошка у нас андатру поймала. Елена Степановна вышла вот. Хорош. Тебя же надо контролировать. А то как только отвернешься, так сразу в камеру разговариваешь. Работать когда? Правда так? Ого. Куда? Работать? Куда пошел? Сегодняшний ролик, я его давно записывал, но все не получалось. Что не получалось? То одно, там, что другое, там, что-то, короче, всякие какие-то моменты не получались. Сегодня утром я полноценно запишу ролик. Ролик будет про сено. Почему в данный момент мы заготавливаем плюсы вот такого сена, в стогах сена. Почему мы ставим стожки, почему не делаем большой бурт, большую скирду, как делают в других каких-то регионах, в другой России. И почему сено в тюках для нас в данный момент не очень предпочтительные. Плюсы и минусы сена в тюках. И плюсы и минусы заготовки сена в тюках. Про это мало кто говорит, но я это испытал. И я расскажу, почему сено в стогах гораздо лучше, чем сено в тюках. И лучше, чем даже сено в большом бурту. То в стогах, а это? А это сено называется, ездили, потеряли. А потом нашли. Потом нашли, да. И я выскажу свое мнение. Если вам не понравится, то или у вас есть какие-то дополнения, выскажите это все в комментариях. У нас есть дополнение. Почему не работает? Да? Вот так мы поим скотину свою. Ведра у нас заготовлены, вода в бочке. Наливаем и... Ничего, она только проливается. Вот это гораздо лучше вода, вкуснее. О, видите? Ага. Мое... Короче, иди, дядя Вова, сзади. Нальем еще ведро, воды не жалко. Воды, если надо, привезем на тракторе. Татава, она тут подросла хорошо, и коровы едят ее с удовольствием, просто замечательная, хорошая отавка. Я этой тогда дам вот. На, давай пей воду.
Закинь этот шланг, чтобы вода не бежала. Друзья, всем привет! Замечательная, хорошая погода, замечательный октябрь. Вчера проводил стрим, прямую трансляцию. Что-то получилось там, что-то не получилось. Спасибо вам, друзья, что вы поддержали меня и вышли со мной пообщались. Те, кто был в прямом эфире, те, кто посмотрел меня. Честно говоря, признаюсь, голова путем не соображает там. Что-то натыкал. Вроде пошло, потом звук стал пропадать. Потом снова вроде как объявил трансляцию, говорю, пойдет, может быть. Потом, короче, нифига не пошло. То ли проблемы в компьютере там какие-то, или косячит интернет. Ну, одним словом, ладно. Когда буду делать следующую прямую трансляцию, я заранее это все дело объявлю для того, чтобы, ну, вы зашли и задали интересующие вас вопросы, и мы обсудили какие-то интересные темы. Так что, друзья, спасибо вам, что заходите и пишите комментарии, оставляете. Ну и вообще в целом интересен вот этот процесс общения нам с вами. Елена Степановна тоже меня очень сильно выручает. Без нее бы это все дело вообще бы не пошло. Какой? Стрим, вчерашний стрим. Стрим. А? То, что там, ну, что-то получилось, там, потом не получилось. Ну, ладно. А я чем тебе помогу? Всем. Итак, тема моего сегодняшнего ролика, я хочу рассказать про сено. Мы заготавливаем сено в стогах. И почему для нас... С моей точки зрения, мы все люди разные, одинаковых нету, чем-то похожи, чем-то не похожи. Я расскажу свою точку зрения. Что-то, если вам не понравится, в моей точке зрения, прошу высказать это все в комментариях или напишите то, что думаете вы. Итак, заготовка сена. Почему для нас предпочтительная заготовка сена в стогах в данное время? И дальше она будет также актуальна. Дело в том, что последнее некоторое время в России, у нас, в Российской Федерации, вообще... Во всем мире есть большие большие хозяйства, агрохолдинги, которые там... Ладно. Мясо, молоко, там что-то еще. Мы же частники, маленькое производство, наше молоко и мясо и вся остальная продукция гораздо интереснее. Понятно. Да, вот они гораздо интереснее. Для... Мы производим качественную продукцию, потому что не гонимся за марками, за какими-то большими объемами. Мы что произвели для себя, то и есть. Итак, почему мы держим две коровы? Две коровы, три коровы. У нас было когда-то и больше коров, но две коровы, может быть, отелится там другая тёлка, будет три коровы дойных. Для нас это посильно актуально. Что-то потребляем мы из продукции своей, что-то продаем соседям нашим, да и вообще просто людям, которые нуждаются в этом. Почему мы готовим сено? Возвращаясь к сену, перестаю лить воду. Почему мы готовим сено в стогах? Существует несколько способов заготовки сена. Это скирдование сена в стога, скирдование сена в скирды, большие скирды, перевозка сена большими арбами, ну, большими телегами и складирование сена дома, как в некоторых хозяйствах, и заготовка сена – это прессование сена в маленьких тюках и в больших рулонах круглых. Вот, существуют в данный момент вот такие способы. Какие же плюсы в прессовании сена маленьких и больших рулонов, круглых и квадратных? Это, во-первых, мобильность. То есть, если при наличии дороги подъездной к сенокосу, тракторист, оператор так называемого трактора, подъезжает, цепляет пресс, приезжает, собрал до обеда, к примеру,
сено граблями волками, вот такими, к примеру, как которые стоят у меня за спиной. Приехал с граблями, после обеда приехал с прессом, спрессовал, все, нормально все. Плюсы. И это, естественно, невысокая квалификация тракториста. Что там от него от тракториста требуется? То есть он что, приехал, просто приехал, включил пресс, вал отбора мощности и следил за тем, как наматывается рулон, как идет прессование. Высоких требований каких-то серьезных там не нужно. И еще большой плюс прессования то, что сено всегда можно продать. Большому маленькому участнику, какому-то бабушке, дедушке старенькой, тому, кто держит кроликов, козлов, кур, и еще кому-то, кому нужен небольшой объем, ему не надо покупать вот этот большой мой сток. Ему легче купить несколько маленьких рулонов, круглых или квадратных, и ему вот так вот за глаза хватит. Если надо, он еще позвонит, ему еще привезут. Вот так вот. Минусы прессования. Минусы. Почему про это никто не говорит? Ну, говорят очень редко. Во-первых, должна быть хорошая дорога. Хорошая дорога для того, чтобы притащить пресс до туда. Невысокая посадка пресса говорит о том, что если будет плохая дорога, то возможно повреждение пресс-подборщика. Это подборной части механизма самого, который подбирает, закидывает сено в прессовочную камеру. Это во-первых. Во-вторых, к примеру, если мы заготавливаем сено на заливных лугах, как заготавливаем мы, там трава не сеянная, она выросла сама. На каждом поле есть определенный состав трав. И это не то, что их это поле, эту траву засеяли, к примеру, как суданкой или какой-то другой культурой, овсом или там чем-то еще, где на одном поле одна трава. У нас на этих полях везде разная трава. Это, ну, есть поля, где разная трава, на одном и том же поле может произрастать тот же осот, тот же иван-чай, где-то растет, как там, где я кашу, клубничник, очень большие, большие поля клубники. Сено уже там получается сладким, и где-то в кустах, ближе к кустам, там к лагам есть, произрастает клевер, красный клевер. Клевер тоже, он для того, чтобы он подошел, его надо немножко, ну, как говорится, подольше, чтобы он посушился. И есть ложбинки, лощинки, так называемые ржавцы, где произрастает гужур. Ну, не камыш, ну, как бы вот это грубая трава, жесткая трава. И тогда, если вы человек спрессует сено это на этом поле, там, где на заливном луге, вот спрессовал, лежат тюки. И как угадать, как он должен помнить, как, в каком тюке хорошее сено? Во-первых, в каждом тюке там небольшое количество сена лежит. Ну, спрессовано там 3-4 центера, ну, где-то по 2, где-то по 5 центеров. И по идее, для продажи это идеально. Приехал, погрузил два рулона, три кому надо, продал. Или когда начинает домой возить, начинает человек складывать в бурт. В бурт или в какое-то хранилище сена. Сложил это сено. И все, забыл, какое там сено лежит. В этом тюке может быть гужур. В другом тюке может быть клевер лежать. В этом тюке может спрессовано мелкое зеленое сено. Как тут угадать? Их или надо подписывать эти тюки, что вряд ли кто будет делать. А я так думаю проще. Человек приехал, тракторист, сложил это все в бурт. И по мере того, когда время подходит давать сено, он просто берет эти тюки по порядку и ложит. Единственное, что он может помнить, это когда какое сено готовил. К примеру, в середине рулона лежат сено, которое готовил он примерно в начале августа, в одном крае лежит в конце июля сено готовленное, и в конце или там в другой части этого большого гурта сложенного из
рулонов, лежит там сено середины августа. Все, больше человек этого ничего не может помнить. Я так думаю, подозреваю. Если я не прав, вы напишите мне об этом. Плюсы же, плюсы скирдования сена в стогах и больших скирдах. Это то, что я всегда работаю сам с сеном. Работаю сам вот этими руками. Я всегда знаю, где какой стог стоит на поле. В этом стогу, потому что я сено сам заготавливаю, может этот стог быть с зеленым сеном или с большим содержанием кустов клубники. Это сено будет очень полезное, хорошее. И его я оставлю, это сено, на апрель или март месяц, когда коровы будут телиться. И вот это большое содержание вот этого полезных трав будут как раз актуально в то время для дачи роженицам, коровам или телятам молодым нашим. Если же где-то попал гужур, я тоже знаю, где, в каком стоге гужур, потому что я сам сталкивал это все, сталкивал металл и знаю, где какой стог стоит, какой с содержанием большим гужура, с маленьким. Опа! Итак, друзья, подводя итог всему вышесказанному, это делая окончание этого большого длинного ролика про сено, что я хочу сказать? Я высказываю свою точку зрения и рассказать свои взгляды, обратить внимание на то, что какие бывают нюансы при заготовке сена в стогах и в рулонах. Если вы не согласны с моим мнением, то, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Правильно я или нет высказался, или что-то упустил. Так что вот так вот. Ну и сейчас сразу за мной будет небольшой анонс, про что мы будем говорить в следующем ролике. Ну а ролик про сено, я уверен, что ролик про сено, он будет еще и еще развиваться, так же, как и ролик плюсы и минусы пресса. Это бесконечная история, о чем можно говорить и говорить, и говорить, и говорить. Так что вот так вот. Ладно, все, на этом все. Пишите комментарии, оставляйте свои мнения, лайкайте пальцем вверх, если понравилось, если не понравилось. Делитесь этим видео в социальных сетях и в своих группах ВКонтакте и в Одноклассниках. Так что и жду ваше мнение. Мне интересно узнать ваше мнение. Я рассказал то, что я думал. Так что вот так вот все. Хочу в этом ролике показать вам, почему предпочтительнее для нас, те, кто таскает сено в стогах, целый трос, без завязок, без связок, без узлов, цельнометаллический, так сказать, ну, целиковый, без всяких разрывов. Сейчас кормим пока вот таким сеном. Сено зеленое. Коровы поставили их на стойло зимние, так называемые, и коровы сбавили сено. Сбавили молока. Поэтому сейчас кормим вот такое. Такой стожок рядом поставил. Зеленое сено. Вот таким кормим сено. Ну, их начали кормить, начали давать. Естественно, молоко пошло вверх. Ну вот, если сено все нормально вылеженное, вовремя скошенное, вовремя убранное, нормальное, хорошее сено. Так что вот так вот. Вот оно. Что тут скрывать, говорить, там плохо или хорошо. Вот он, дождик прошел. Ну, чуть-чуть намочил, не страшно, съедят все, сено хорошее, едят с удовольствием. Вот так вот.